убирать, наверное, отсюда или не надо? Совочек убрать надо куда-то? Так, ну что, ребята, делать? Туалет занят. Сейчас быстро освободится. Через сколько-то там секунд. Ну, по-моему, ванна хочет. Она до этого залезла, такая заглянула туда. Она осматривает, как можно сколько туда залезть. Мой стакан она, это. Туда, где она еще не была. Это раковина. А это опять мой стакан. Туда это мой. Она, как бы, это на наши зубные щетки. А где она еще не была, она все интересуется. Можно куда-то? Да, на шкафы смотрите. Да. А там боится еще, не знаю. Это порочно, она не хочет. Ну-ну-ну, ванна сейчас будет запрыгивать. Там мокро. Ну, она, думаю, сама разберется. Если ей не нравится, то будет. Она будет сидеть мягкать. Она сейчас еще может что-то перевернуть случайно, испугаться. Подпрыгнуть, еще что-то перевернуть. Испугаться еще сильнее. У нас что-то душ на спину, потому что душ-то очень легко. Я вижу, она мяла один на экране. Все слишком опасно. Да, надо обратно. Так, это мне нужно попозже. Музей тут слишком дорогой. И мне что-то там не нравится. Так что я выйду в другое. Что ты там делаешь? Шторы это. Вот наши шторы. Красивые, не правда ли? Накатила ванну, но потом испугалась, как будто она к лапе опускалась уже, а потом... Марко? Ну, будешь прыгать? Или нет, слишком высоко? Марко, ты знаешь, что тебя снимают? Я надеюсь. Сейчас буду прыгать. Да, ну куда она, где она, где? Так, все, в туалет можно? Да, в туалет теперь можно. Не надо, там у тебя сейчас место. У меня полно места. Нет, смотри, у тебя не полно места. У тебя очень полно места. Хватит записывать, потому что ты потом будешь записывать что-то, оно не сохранится. Ты будешь потом плакать.